Доброе утро! Это снова я. Рада вас видеть. В это радостное утро я хочу представить вам дочь Дракулы. Соответственно, это Дракулаура. И сегодняшний наш обзор будет посвящен этому персонажу из серии Хэллоуин. Ее любимый цвет розовый. Но так как она дочь вампира, все ее наряды окрашены в черный цвет. Не терпится ее открыть и потрогать ее ажурные крылья. В набор, как обычно, входит подставка, расческа, карта, скелетик, бантики, сумка и крылья и маска. Сейчас оденем маску. Крылья могут складываться и сниматься. Убийственно красиво, не правда ли? С таким нарядом не дурственно потусить. На этом я прощаюсь с вами. Арвах! До скорых встреч!